Хорошо, теперь сыграй какую-нибудь пьеску, какую ты сама сочинила. У тебя какие пьески есть? Птичка, эхо, вальс. Ну, сыграй птичку. Свободная грудь любя, ждет тебя.
Thank you.
смотри. Смотри, что это такое? Да. 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 Thank you.
мы, женщины, помним и знаем, что нашей новой счастливой жизни мы обязаны партии большевиков, партии Ленина, Сталина и героев героев, тому, кто ведет нас от победы к победам, тому, кто завоевал нашу бесконечную любовь и преданность великому родному Сталину. Как я проявила? Значит, за меня одели парашют, сделали автомолет, ну, полетели. Я, значит, там не сидела, а сидела сбоку, почти сказать. Кабинка. Ну, это, кабинка, так кабинка. Не одна нога в кабинке, одна нога снаружи. Как из земли села? Ну да, половина наружу, половина в самолете. Ну, и летела я кругом, прямо ветер отдул, я и закрывалась там. Очки, кажется, у меня нет. Не были. В шапке была, это все одетое было, это на ней костюм был. Ну и когда облетели кругом это, и прилетели к этому, уже кругу к этому, и он меня, значит, стал с моего готовки. Ну, да, он, я все время сидела, он сзади, и меня толкнул. Приготовьте. Я, значит, теперь вылазию, беру свои две края. Держусь, смотрю на землю, кругом людей ничего не видать. Землю хорошо видать, а ничего не страшно. Смотрю на землю, это все. Теперь стоит это взялась за кран. Замотала руку так вот в резинку. Не было у тебя вопроса, а вдруг не осталось просто? Я же не думала об этом. Нет, не думала. Что думаю, что я раскрою и все. Если бы я думала, я бы не прыгнула бы. А если подхожу это к краю и вижу на это, как на крыло вылезу и стою, смотрю на землю. Смотрю, говорю, ну сейчас, лечу, говорю, ну сейчас он мне скажет. Я сказала, ну, значит, вылезла, ну, сейчас я буду лететь. Он не даже стоит такой, что прямо ветер там нельзя стоять, бывает. Я говорю, ну, сейчас скажет, прыгать. Смотрю на него, а тогда дальше, когда он скажет, ну, говорю, прыгать, что ли? А он махнул мне, прыгнет. И я сейчас только сказала, я сейчас как раз мама и вниз головой. И полетела. Ага, правда вниз головой. Полетела, и мне не страшно ничуть, что я там лечу, больно или что, мне ничуть нет. Теперь я лежу так, я его не вижу в самолете. А отлетела, мне чувствую, что метров, наверное, так, на 50 больше. Теперь такой раз, это вижу все, как она, я сижу и дергаю ее. Раз только. И он мне такой, раз и вылетел. И не распустился еще, а такой вылетел, и я взяла рвань и пропал, наверное, не распустился, лежу зонтиком сразу. Ну и, значит, я спускаюсь, смотрю, у меня газета была в руках. Я начинаю вытаскивать, рвать ее и кидать. Ну, я здесь болтаю, все это, все, у меня радость уже. Ну, ты летишь, сам не чувствуешь, летишь или нет. Thank you.
мені ось час. Как в небе луна, кровью его.